Ну что это ты вдруг в книжке ударился? Решил книжным червем заделаться? Ну да, в смысле нет. Это книга, которую Келли, то есть Грейс, оставила. Неплохая книжка, действительно хорошая. Вот это я нашла на двери, когда входила. Я вчера вечером, я пошел искать тебя. И клянусь. Я, наверное, устал, конечно, я читал эту книжку. Может быть, мне приснился сон, но... Прочитай, пожалуйста, все-таки эту записку. Мне кажется, мне написаны важные вещи. Ну, да, хорошо, конечно. Ничего не соображаю сейчас. Немедленно собирай всех. Надпись. Уведомление о выселении через 30 дней.